И я хочу пригласить на эту сцену нашего следующего участника. Филатов Максим выходит на сцену. Я предварительно вот о нем расскажу, что дело в том, что Максим у нас участвовал, по-моему, в четвертом или в третьем фестивале. В пятом классе ты учился, Максим, да? В пятом, кажется. В пятом классе учился человек, да. И вот так получилось, что, ну, мы много чего перепробовали. Максим занимается гитарой давно. И тут вот не получалось у него все выйти в финал, а в прошлом году он уже совершенно спокойно прошел в финал, стал лауреатом. Но плюс ко всему, у нас группа каждый год отправляется в Орленок, а вот в прошлом году был Артек. И вот вместе с группой награждаем только тех, кто играет на гитаре, сам исполняет. Но там еще есть, кстати, возрастные ограничения, только от 11 и не старше 16 лет. Поэтому не все из исполнителей с гитарами попадают у нас туда. Но вот Максим написал гимн Артека, правильно я говорю, да? Не гимн, но песню об Артеке, да? Но расскажи, как это было вообще? Ну как? Был сход, надо было показать свой отряд, представить, так сказать. Ну и мы решили написать песню. Девочка написала стихи, ну, а мы музыку решили подобрать. Кто мы? Расскажи. Мы. А, ну как это было? Ты и кто еще? Я и еще один мальчик, который... Ну, назовем с фамилией мальчик-то, просто будем знать, и автора. А, не помнишь? Да-да-да, сейчас. Вот так. Ну, звали ты его как? Имя только, помнишь хоть? Я сейчас вылетел из головы, я не знаю. Ну ладно, не будем тебя пытать, но во всяком случае... Олег, а ты не помнишь? Вон Коньков Алексей тоже был в Артеке. А Андрей, наверное, его звали, нет? Нет. Вот, Ксюша Шабаева, ты тоже была в Артеке. Я не помню. Не помнишь. А вот смотрите уже, кто там был в Артеке у нас, да? Уже много. У нас вот за 5 лет, получается, уже 50 человек и побывало. Вот, в Орленке или в Артеке. Так что учитесь играть на гитаре, дорогие друзья. Это я вокалистам бессовестным, которым подарили гитару, они даже еще и в руки ее как-то не брал. Ну что, песня, с которой ты стал победителем этого фестиваля, пожалуйста. Песня Павла Фахртдинова «С войны». Это не столько ты приходишь с войны, сколько потом война идет из тебя. Где-то над небом в медные дудки дудят празднующие ангелы в эти дни. Где-то над небом в медные дудки дудят празднующие ангелы в эти дни. Приходишь с войны,
Сколько потом война идет из тебя, потом война идет из тебя, война идет. Спасибо большое, Максим Филатов. А в каком сейчас классе? В 9-м.